где-то на, ну, на ребеночка весом килограмм, кило 300. Теплые шерстяные носочки, яркие шапочки, жилетки – все это изделия алтайских осужденных, которые вяжут в свободное от работы время. Так, петля за петлей девушки связали 110 шапочек, 80 игрушек, 45 пледиков и почти 200 пар носочков. Ничего сложного и ничего, в принципе, затратного, я думаю, не составит. Даже смотря телевизор, можно сидеть и вязать. Несколько мастер-классов по вязке провела для осужденных координатор барнаульского клуба вязальщиц 28 петель Наталья Розенгрин. Девушка предоставила осужденным схему вязания крошечных вещей и игрушек. По словам Натальи, покалывание шерсти оказывает массажное действие на кожу, тем самым не дает малышам уйти в глубокий сон. Потому что это не просто какие-то красивые вещи для малышей, какие-то игрушки, которыми как бы просто поиграть. Это терапевтические вещи, это серьезная помощь в выхаживании малышей. Ну, то есть это то, что делали до нас врачи в свое свободное время, или там просили, допустим, родственников своих повязать какие-то вещи для реанимации. Ну, а сейчас это делаем мы. В ноябре, в день недоношенных детей, сотрудники УФСИН передали связанные вещи Алтайскому центру охраны материнства и детства. Совсем скоро часть теплых изделий отдадут и в перинатальный центр «Дар». Участие в проекте «Дарю тепло», говорят сотрудники УФСИН, пробуждает у осужденных материнские чувства, а также укрепляет взаимоотношения с их собственными детьми. Валентина Аскерова, «День с толком».